Мне почему-то все это напоминает Сочи. Да, кстати, ребят, вот я забыл, я хочу вам начать показывать туалеты индийские. Вот вдоль дороги индийские туалеты. Как они выглядят, чтобы у вас чуть-чуть поменялось отношение к индийским туалетам. Очень чисто, нет вообще никакого запаха. Вот, все с какими-то тут блесками. Видите, все с какие-то блески тут. Вот, какие-то блески. Тут вот, если подойти, какие-то вычурные камушки. Вот, так что Индия постепенно выбирается из нищеты, в которую все больше и больше погружаются сейчас европейские страны. Так. Ну и, конечно, пальмы. Куда же без них? Слушайте, ну ничего себе, какая огромная. Пошлите, подойдем, постучим по пальме. Уф. Да, ребят, такие дела. Так что пьем чай и едем дальше.